Итак, многие этого ждали, в нашей семье появился новый питомец, и это слон. Давай, Тёма, попробуй туда залезть. Хорошо, но если он туда залезет и не перевернется там, как мы его будем вытаскивать? Нет, Тёмочка, нет! Ну, тогда ты на слоне будешь сидеть, а Жора в слоне. Расстроился. Огорчился так. Попробуй еще сходи. Попробуй.